пшеничные хлопья. Иван рано просыпается и хочет есть. Он идет на кухню. Там он видит молоко и пшеничные хлопья. Он открывает коробку хлопьев. Внутри лежит игрушка. Это маленькая машинка. Он достает игрушку из коробки. Потом он насыпает хлопья в миску. Он наливает в миску молоко. Он убирает коробку. Он отдаст машинку своему сыну. Сыну она понравится. Иван рано просыпается и хочет есть. Иван рано просыпается и хочет есть. Иван рано просыпается и хочет есть. Он идет на кухню. Он идет на кухню. Он идет на кухню. Там он видит молоко и пшеничные хлопья. Там он видит молоко и пшеничные хлопья. Там он видит молоко и пшеничные хлопья. Он открывает коробку хлопьев. Он открывает коробку хлопьев. Он открывает коробку хлопьев. Внутри лежит игрушка. Внутри лежит игрушка. Внутри лежит игрушка. Это маленькая машинка. Это маленькая машинка. Это маленькая машинка. Он достает игрушку из коробки. Он достает игрушку из коробки. Он достает игрушку из коробки. Потом он насыпает хлопья в миску. Потом он насыпает хлопья в миску. Потом он насыпает хлопья в миску. Он наливает в миску молоко. Он наливает в миску молоко. Он наливает в миску молоко. Он убирает коробку. Он убирает коробку. Он убирает коробку. Он отдаст машинку своему сыну. Он отдаст машинку своему сыну. Он отдаст машинку своему сыну. Сыну она понравится. Сыну она понравится. Сыну она понравится. пшеничные хлопья. Иван рано просыпается и хочет есть. Он идет на кухню. Там он видит молоко и пшеничные хлопья. Он открывает коробку хлопьев. Внутри лежит игрушка. Это маленькая машинка. Он достает игрушку из коробки. Потом он насыпает хлопья в миску. Он наливает в миску молоко. Он убирает коробку. Он отдаст машинку своему сыну. Сыну она понравится.